Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Традиционно в Югре в этот день организуют минуты молчания и патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам. Однако многие из них в этом году пройдут в онлайн-формате. Например, в нескольких муниципалитетах организуют трансляции фильмов о войне. В Когалыме покажут Брестскую крепость, в Мегионе – судьбу человека, а в Лангепасе – картину «4 года шла война». Также во всех муниципалитетах пройдет акция «Свеча памяти». Югорчане в память о воинах, которые отдали свои жизни за родину, поставят в окне зажженную свечу. В социальных сетях можно будет активировать электронную свечу памяти.